Сезон авиамодельного спорта закончился еще в начале октября, однако вечное желание летать не покидает местных моделистов. Поэтому спортсмены продолжают встречаться уже в закрытых помещениях. В этот раз они сошлись на краевых соревнованиях, посвященных предстоящему Дню народного единства. Крупные состязания на этаком аэродроме собрали как юниоров, так и юношей со всего Приморья. В соревнованиях краевые участвуют 6 территорий Приморского края. Ребята с станции юных техников, детско-юношеские центры. Участвует почти 60 участников в двух классах моделей. Метательные модели планеров и резиномоторные модели самолета. Задача для всех участников одна – запустить свое детище так, чтобы оно пролетело сквозь специальные ворота, которые с каждым этапом отодвигают на большее расстояние. Это одна из первых ступеней авиамодельного спорта, так сказать, взлетная площадка для новичков. Но до момента запуска еще нужно дойти, ведь своего летающего напарника ребята полностью собирают сами, а это долгая и кропотливая работа. Этот самолет сделан своими руками, крылья сделаны из пенопласта, сами мы вышкуривали. Фюзеляж вот у нас сделан из сосновых реек, тоже все своими руками. Вот так мы встаем. Ну, то есть ты, по сути, его наклоняешь вниз? Ну да. Запускаем ниже, чтобы он по траектории летел. Если на авиационном заводе изготавливаются самолеты, а пилоты управляют этими самолетами, то здесь в одном лице он и конструктор, и технолог, и изготовитель, и механик, и электронщик, и регулировщик, и настройщик, и летчик-пилот. И спортсмен. То есть в одном человеке объединены вот все качества. Кстати, такие полеты в закрытом помещении – это не верх возможностей местных моделистов. Краевая федерация принимает участие и в чемпионатах Дальнего Востока, и в этапах Кубка России, и в других крупных состязаниях, которые проводятся также на открытом воздухе. Там уже и самолеты радиоуправляемые, и правила несколько другие. Я занимаюсь 5-й год. Мне было просто очень интересно. Мне нравились летательные модели. Я решила попробовать. Мама записала меня, и я начала ходить. Мне очень понравилось. Я делала новые модели, даже ракету когда-то делала. Сейчас моделисты уйдут на зимний перерыв. Ближайшая возможность полетать появится только в День защитника Отечества. Но уже в марте спортсмены официально откроют сезон и выйдут на свежий воздух, где будут бороться за новые авианаграды. Максим Яковлев, Даниил Клёва, новости спорта на 8.